Для конкурса «Дети читают стихи. Город Нальчик». Здравствуйте, меня зовут Женя Казальбаев. Мне 4 года. Сейчас я вам расскажу стих «Вечный огонь» на слова Чибисова. Над могилой в тихом парке выросли тюльпаны ярко. Вечно тут огонь горит. Тут солдат советский спит. Мы склонились низко-низко у подножью обелиска. Наш венок расцвел на нем жарким пламенным огнем. Мир солдаты защищали, жизнь за нас не отдали. Сохраним в сердцах своих память светлую о них. Как продолжение жизни солдат под звездами мирной державы. Цветы на ратных могилах горят, камень мертвых не счастлив.